not easy being me. Wash your face and brush your hair. Well, nag, 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 it's just not fair. I'm Horrid Henry. So down with school, I'm gonna rule. And when I'm king, I'll do my thing. And then my life will be so sweet. I'm Horrid Henry. Na, 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 nay. The purple hand gang rules, okay. Well, it's so easy. Ужасный Генри. О, привет! Вы ведь не ожидали меня увидеть? Что ж, привыкайте, потому что я получу свои 10 минут славы. И получу я их сейчас. Не так ли, моя феечка? Да, Маргарет. Потому что ты суперзвезда. Да, я суперзвезда. И этого у меня никто не отберет. Особенно мой сосед с жучиными мозгами. Давай, держи его. Тогда держи ровно. Но если это не подозрительно, то мое имя не Маргарет Магниша великолепная. Посмотрим, не нужна ли им помощь. Маргарет суперзвезда. Смотри и учись, подруга. Смотри и учись. Немного влево, нет, немного вправо. А что это вы тут делаете? Ой, Маргарет, я из-за тебя аж подпрыгнул. Ты так и должен был, птичьи мозги. Я задала тебе вопрос. Ну, мы просто кое-что куда-то несли. Правда? И что же? Да просто старую одежду Генри. Одежду? Дай посмотреть. Ральф, я этого долго так не удержу. Эй! О, некоторые из этих вещей еще хороши. Вам надо попробовать их продать. Ну, это мы и собирались сделать. Умница. Прости, Генри. Вам надо устроить показ мод. Да мы это и собирались сделать. Ну, тогда вам понадобится супермодель. Ну... Хорошо, все решено, и мы можем все устроить завтра у меня дома. И отнести эти вещи надо уже сейчас. Если он их носил, то их нужно постирать раз 20. Ну вот, все решено. Как легко быть суперзвездой. Все только и хотят, чтобы работать с тобой. Пора организовать это шоу. Мама! Папа! Итак, начнем со списка почетных гостей. Потом перейдем к непочетным гостям. Затем устроим рекламную кампанию. Рекламную кампанию? Понятно. Я сейчас говорю. О, прости, моя прелесть. Потом мы запустим нашу дигитальную стратегию. То есть, не знаю, придумаем, когда дойдем до этого. И правда, куколка. А потом мы забронируем рекламное время на телевидении сразу после «Слишком круто для школы». А это не слишком дорого? Конечно, это будет дорого. В этом вся суть. Или я, по-вашему, недостойна? Конечно, достойна. Еще? Нам нужен каталог. Конечно, моя радость. И не называй меня своей радостью. Отныне ты будешь называть меня Маргарет Великолепную. Ну, хорошо, моя ро... То есть, Маргарет... Великолепная. Да, Маргарет Великолепная. А теперь вперед. Надо организовать это шоу с размахом. И хорошо бы уже начать. Ой, мне надо прилечь. Ой, быть суперзвездой так тяжело. И вот, момент, которого вы все ждали. Момент, когда мы спрашиваем, готовы ли вы к великолепной Маргарет? О, это я, это я. Ага, это я, то есть это ты. Я великолепная Маргарет. И я расскажу вам о своей карьере супермодели.
которая будет запущена завтра у меня дома. Приходите, а то пожалеете. А если вы будете хорошо себя вести, я и вам разрешу стать моделями. О, мы станем супермоделями. Я сказала моделями, а не супермоделями. Супермоделью могу быть только я. Но, Маргарет, я думала, мы просто продаем старую одежду Генри. Где ты такое слышала? Генри сказал. Он ошибается. Это мое шоу, и никто его у меня не отберет. Вы меня слышали? Никто! 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 А это что-то типа слишком круто для школы? Нет! А теперь вперед! Давайте организуем это шоу! Живо! Все готово, моя прелесть. Все? Да, все. Еда. Еда есть. Напитки. Напитки есть. Официант с приятной внешностью. Официанта с приятной внешностью? О, нет, моя прелесть. Что? Ты забыл про официанта с приятной внешностью? Я что, должна все запоминать сама? Вот, надень это. Как скажешь, моя прелесть. Сейчас. Давай, иди продавай коктейли. Ого! И это все ради того, чтобы продать мою старую одежду? Да, ту, которая тебе не нужна. Это мое шоу. Не порти его. Я так и сказала ему, я ношу только розовое. Ага, а я ношу только лимонное. Тебе это подходит. А я ничего не могу сделать со своей прической. Твоя прическа в порядке. Цвет мой зеркальца. Эй, это моя реплика. Сарая, я не понимаю, что ты пытаешься мне сказать. Я потеряла голос. Нет, не потеряла. Ты же говоришь со мной. О, а где мои конфеты? Ты на них сидишь? Они в моем контракте. Смотрите, специальное соглашение номер один. Столько конфет, сколько я только могу съесть. Номер два. Родниковая вода из самого далекого родника в мире. Номер три. Уроки балета от искусной балерины. А теперь я почему-то не могу найти свои конфеты. Ты не это ищешь. Ты сидела на них? Поверить не могу. Так, где моя вода? Вот она, Маргарет. Так, а где искусная балерина? Отлично. Нет балерины? Ну все, я не выйду. Добро пожаловать! И спасибо всем, что пришли. У нас будет сказочный показ мод с участием Маргарет. Великолепный Маргарет! Ой, великолепный Маргарет! Выступает великолепная Маргарет! Она не выйдет! Что это значит, не выйдет? Она не выйдет! Маргарет! Для тебя я великолепная Маргарет! Ну, великолепная Маргарет! Чего? Публика ждет великолепная Маргарет! Да! Ты права! Публика ждет! Я выхожу! Я здесь! Даже не верится! Сьюзен, телефон! Настоящий телефон. А, да, настоящий телефон, прости. Вечно я должна все делать сама. Это корпорация «Высокая мода»? Хорошо, я хочу, чтобы мне прислали все, что у вас есть розового. Так, сколько вы за нее предложите? We'll be right back.
299? 300. Ха, неплохо для одного рабочего дня. Ай, тяжело быть супермоделью. Но это не важно. Важно то, что теперь я знаменита. Я сыграла честно, и теперь слава мое второе имя. Знаете что? Нет, ничего вкуснее славы. Перевод Евгений Йорс читал Дмитрий Кордос.